Зубы на полку. Необычную контрабанду пытались свести злоумышленники в Россию. В Ставропольском крае пограничники остановили на таможне почти 500 000 зубных имплантов. Был выявлен факт недостоверного декларирования более чем 700 тысяч искусственных зубов из пластмассы, общей массой превышающей 400 килограммов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Зубы направлялись из Китая в Россию. Всего в коробках насчитали 726 тысяч имплантов. Средняя стоимость одного такого протеза в стоматологической клинике составляет 1000 рублей. Если вина перевозчика будет доказана, ему придется заплатить крупный штраф.